Весна – это пора новых эмоций и ощущений. И, как мы уже говорили, именно в это время года ко всем творческим людям приходит муза. Ну, собственно, и нашего Мишу посетила эта самая муза. Друзья, представляем вам видеопоэзию Михаила Рябаконя. Я спросил у тополя, где моя любимая? Товарищ дерево, где моя любимая? Тополь не ответил мне, ведь он просто дерево. Я спросил любимую, где моя любимая? Алло, любимая, а ты где? Но денег не хватило набрать на Киевстар. Я спросил у Натана, где моя любимая? Натан мне ответил. Слышь, ты че такая дерзкая, а? Я спросил писателя, где моя любимая? Я прошу прощения, а не подскажете, где моя любимая? Я не знаю, пока не написал. Ну пиши, пиши. Я спросил у Ленина, где моя любимая? Я прошу прощения, а где Ленин? Где Ленин? Я любимую ищу вообще, но где Ленин? Не знаю, Ленин не ответил, ведь его снесли. Я спросил у Сири. Сири, где моя любимая? Не рассказывайте. Сири, где моя любимая любимая? Уго. Шо уго? Сири, где моя любимая? Уго. Ого. От поиска возлюбленной чокнулся поэт. На площади Соборной он искал ответ. Ну вот она, любимая, нашлась в конце концов, что часто разбивала сердца молоденьких глупцов. Дорогая, я наконец нашел тебя. И хочу тебе сказать только одно. Нам надо расстаться. Коль хочешь королевой быть, умей ответить «да». Но если ты не хочешь быть старой девой навсегда, 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 навсегда.